Все мы в определенном возрасте, наверное, в лет 16, 17, 18 читаем фантастику. Я тоже читала и Брэдбери, и Стругацких, и множество других авторов. И для меня Брэдбери абсолютный фантаст, космический, с какими-то там путешествиями, с марсианами. А «Вино из одуванчиков» я засомневалась, когда начала читать, что это написал Брэдбери. Оно абсолютно не похожее. Здесь нет ни капли фантастики, наверное, нет ни капли вымысла. У него очень светлое настроение у этого произведения. Его обязательно нужно читать взрослым, чтобы помнить, какими мы были детьми. Как мы мир воспринимали, насколько этот мир был для нас светлый, радостный, сколько в нем было событий и очень важных событий. Поэтому обязательно «Вино из одуванчиков» нужно читать уже будучи взрослым.